сегодня, конечно, я немножко огорчен, что там счет Муравьеда. Мы не должны были проигрывать с таким счетом. Но столица выглядела во многих компонентах получше нас. Лучше двигались, лучше думали на площадке. Вот, хотя у нас, ну, мы готовились к игре, знали сильные и слабые стороны соперника. Но все, что думаешь, никогда не всегда воплощается на площадке. Вот так сегодня получилось. Но мы хотели, я говорю, в первом тайме у нас получилось многое. А сегодня где-то столица более грамотнее сыграла, чем в первом клубе. Они играли. Ну и мы чуть-чуть похуже были. Вот эти компоненты решили. Не хватило где-то внимания, концентрации, движения, мыслей не хватило на площадке. Вот в эти компоненты чуть-чуть столица была сильнее и хватило. Ребята хорошие, класса у них хватает. Это сделал я их хорошую, провели, особо на первый тайм. Решилось все в первом тайме. Ну, во втором мы вышли, бились, сражались. До 15 минут выглядели довольно-таки неплохо. Радует вот 15 минут первого-второго тайма. Вадим тренировочным процессом занимается у нас Вадим. Я главный тренер, он старший тренер.